Развитие связей с Францией, как с одним из ведущих европейских государств, говорит о повышении потенциала Казахстана как на региональном, так и на международном уровне. В этом убеждены казахстанские эксперты. При этом речь не только о развитии двустороннего экономического сотрудничества, но и о политическом диалоге. Для Казахстана, конечно же, в текущих геополитических условиях и геоэкономических условиях очень важно поднимать как бы свой международный рейтинг, свой международный имидж и развивать сотрудничество именно с наиболее экономически развитыми государствами, к числу которых можно отнести и Францию. Франция – крупный партнер Казахстана. Товарооборот растет, укрепляются партнерские отношения в энергетическом, транспортном и промышленном секторах. Эксперты убеждены, что в будущем количество совместных проектов будет только расти. Объем французских инвестиций в нашу страну составляет 18 миллиардов долларов. Я считаю, что это довольно внушительная сумма. Финансируется производство, медицина, строительство и энергетика. Поэтому у Франции и Казахстана столь тесные взаимоотношения.